Здравствуйте, меня зовут Лебедева Ольга. Я куратор новых курсов портфолио в архитектурной школе «Марш». В этом году мы сделали два интенсива – академическое портфолио и портфолио для профессионалов. Академическое портфолио – это курс, ориентированный на студентов младших курсов, которые сейчас поступают на бакалавриат или на магистратуру в российские вузы, так и зарубежные. А профессиональное портфолио для, во-первых, студентов старших курсов, которые уже заканчивают и собираются проходить практику, или уже вот заканчивают и устраиваются на работу. Этот интенсив построен таким образом, что мы сначала с вами выявляем критерии оценки ваших работ, находим для академического портфолио сильные стороны и вообще успехи каждой вашей работы. А для профессионалов это будет переосмысление вашего портфолио с точки зрения того, что вы нанимаетесь на работу. Есть человек, который ищет себе сотрудников, то есть вы будете ставить себя на место работодателя, понимать, какие супер навыки свои вы продаете. Каждый студент на курсе будет понимать, что он несет сейчас в портфолио на том уровне, на котором у него есть, и что он хочет поменять. Второй блок – это кухня, который посвящен, собственно, изготовлению продукта. Мы готовим с вами реальную материальную книгу, поэтому нам действительно необходимо познакомиться с законами печати и с правилами верстки. Преподаватели будут вводить для вас навыки работы в InDesign, работы со шрифтами, законы, по которым создается любой растворот, даже маленькая книжка, а также мы обязательно поговорим о том, как правильно составить CV, как правильно вести переписку, что такое сопроводительное письмо. И для академического портфолио сделаем уклон про то, как правильнее обрабатывать свои чертежи и весь визуальный материал для того, чтобы он хорошо смотрелся в портфолио. Такие будут много навыков сопроводительных программ, иллюстратор, фотошоп. Для старших, которые уже такие навыки имеют, мы сделаем уклон на собеседование. Целый день будет посвящен ролям, которые проходят участники собеседования, работодатели, HR-ы, как правильно отвечать на такие сложные вопросы, как себя правильно вести, как себя правильно подавать. Соответственно, дальше две недели на то, чтобы доделать портфолио, и будет портфолио-ревью для академии. Это будет выглядеть как такое собеседование, чтобы поступить, допустим, в школу «Марш», а для профессионалов это будет выглядеть как поступление, собеседование на работу. Несколько раз за все время интенсива мы будем с вами переосмыслять портфолио, ставить задачи, еще раз переосмыслять его перед тем, как вы уйдете на самостоятельную работу, и вы получите в конце еще важный профессиональный фидбэк на портфолио-ревью от старших профессионалов, от преподавателей, от работодателей. И таким образом ваше портфолио как через сито, через несколько фильтров пройдет такой отбор и ревью, и комментарии, которые позволят вам сделать продукт, ну, уже на несколько уровней выше, чем тот, который у вас был. И с такой книгой вам будет не стыдно устроиться на работу или поступить на магистратуру архитектурной школы. Для осуществления этого курса мы собрали команду лучших специалистов, преподавателей и архитекторов. Это преподаватели Московской архитектурной школы «Марш», Британской школы дизайна, архитекторы, ведущие архитекторы, даже
руководители московских архитектурных бюро, которые сами проходили несколько раз уже этот этап собеседования, делали портфолио и даже нанимали на работу. Поэтому их опыт будет многосторонний. Прежде всего, будет важен опыт с обратной стороны, да, как нанимателя. В общем, наш курс – это такой реальный супершанс для вас прокачать свои навыки, научиться даже критически оценивать вашу работу и переоценить то, что вы делаете, понять, какой ваш вектор движения, получить продукт, материальный, реальный продукт, с которым вы пойдете устраиваться на работу или поступать. Курс начинается в июле, заявки уже принимаются, мы вас ждем.